Телеведущая певица Ольга Бузова решила с размахом отметить свое 35-летие. Инстаграм российских селебрити просто переполонили видео торжества звезды «Дома-2». Коллега Бузова Ксения Бородина опубликовала в сторис короткие видео, на котором Ольга исполнила довольно откровенный па. Девушка страстно изгибает спину и приседает, опершись рукой на спинку стула. Именинница надела ультратонкое платье ярко-красного цвета, тем самым демонстрируя стройные ноги. На видео попали два зрителя, перед которыми телеведущая решила похвастаться жарким танцем. Среди них оказалась телеведущая Алена Жигалова. Известно, что девушка устроила две грандиозные вечеринки в честь своего дня рождения. Первая состоялась 20 января, которая закончилась неприятным инцидентом с Давидом Манукяном. Второй торжественный вечер 25 января певица праздновала без избранника. Бузова организовала вечеринку в банкетном зале «Орион Холл» в Москве. Украшением праздника стали выступления воздушных гимнастов и цирковых артистов. Чествовать Бузову пришли многочисленные звезды отечественного шоу-бизнеса, в числе которых юмористы Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, телеведущий Андрей Малахов, Ксения Бородина с мужем-бизнесменом Курбаном Омаровым, певица Лолита и многие другие. Также рядом с Ольгой была ее сестра Анна. Ты имеешь право и можешь позволить себе розовые очки, потому что у тебя очень сильный тыл. Поэтому носи их, а мы все остальные всегда будем у тебя, потому что мы твои. И я хочу еще тебе сказать. Я та женщина, у которой нет домработницы, они все у Яны. Ко мне раз в неделю заходит только чистящий бассейна. И скажу тебе, с определенного возраста раз в неделю это охуительно. Вешай на себя все то, что не нужно вешать. Получай кайф от себя, и все идет нахуй, ты понимаешь?